Сегодня временно исполняющий обязанности главы республики Олег Николаев ознакомился с ходом проведения ремонтных работ моста через реку Сура в Порецком районе. Этому мосту уже полвека, но такой серьезный капитальный ремонт начался только в прошлом году. Подрядчиком выступает строительная компания «Волга». Сумма контракта составила 83 миллиона рублей. По проекту запланировано устройство новых тротуарных плит, асфальтового покрытия дороги, выравнивание мостовых балок и укрепление опоры. За прошлый год было выполнено работ на 25 миллионов. В этом году еще достаточно большой объем работ, примерно на 155 миллионов. Завершение работ планируется где-то в конце ноября текущего года. Но мост в Порецком далеко не единственное сооружение, которое требует внимания и финансовых вложений. Олег Николаев отметил, что хочет активизировать в республике работу по приведению мостов в надлежащее состояние. Есть одноименная федеральная программа, это ремонт мостовых сооружений, ну вообще искусственных сооружений. И здесь, конечно же, мы как один из субъектов Российской Федерации, Чувашская Республика, планируем очень активно поучаствовать, потому что у нас достаточно много мостов находится либо в предаварийном, либо в запущенном состоянии. И здесь очень важно нам очень серьезно подготовиться. То есть мы уже эти работы начали, выделили специальные денежные средства для того, чтобы провести необходимые изыскания. И затем будут организованы необходимые проектные работы. Включение в программу позволит не только отремонтировать мосты, но и поддержать местных производителей специальных стройматериалов, а значит и создать дополнительные рабочие места, отметил Олег Николаев. Александр Соловьев, Павел Рядков, Республика.